Здравствуйте, дорогие мои хорошие! Приветствую вас на своем канале I Wish ID. С вами Татьяна снова в лесу на фоне этого замечательного дерева, которому приблизительно 400 лет. Сегодня на природе мы сильно заморачиваться не будем и будем готовить вкуснейшие сэндвичи с овощами, разными видами хлеба. Также у нас будет сэндвич с мясом и еще будет веганский. Оставайтесь со мной, если вы хотите узнать, как приготовить сэндвич без глютена и без мяса. Хочу сейчас чуть-чуть поджарить булочки, разогреть. Они в кулер ехали и такие подмерзшие немного. Но если бы мы были дома, я бы, конечно, использовала тостер. Просто бы их поджарила или духовку. Но в тостере быстрее. В Калифорнии, когда я посмотрела, какие сэндвичи популярны в Америке, номер один из мяса используют в Америке хэм. Хэм – это как из ноги свинины, такая ветчина. На втором месте это мясо птицы, курица, индюшка. Потом идет говядина, такая пастрома. Почему-то в Калифорнии, в штате, именно вот авокадо-сэндвич очень популярен. А есть еще там сэндвичи, все не перечислишь. И разные мексиканские, с рэнчем, и клаб-сэндвич очень популярен. Он такой трехэтажный, там сыр и индюшка. Какие-то, конечно, еще ингредиенты, но он такой классический. Еще очень интересный сэндвич есть в Америке, я вам расскажу. Который я лично сама никогда не ела, но я видела, что на работе у нас люди, американцы, что приносят довольно часто. Это такой сэндвич, который называется PB&J, так скажем. Это сэндвич, который расшифровывается как peanut butter and jelly. В нем абсолютно нет ни бекона, ни сыра, ни мяса, ни яиц, ничего вообще, ни овощей, ни фруктов абсолютно. Вы очень удивитесь, этот сэндвич, он состоит из peanut butter, из масла, которое приготовлено из орехов, арахисовое масло, потом сливочное масло и джем. Джем очень часто используют виноградный джем. Вот они берут два куска хлеба, мажут маслом, потом кладут peanut butter и сверху виноградный джем, и накладывают одно на другое, и считают, что это безумно вкусный сэндвич. Я читала, что впервые он был в меню солдат американских во Вторую мировую войну. И как-то вот сейчас уже 20-е годы, все равно до сих пор существует, я видела, что мои сотрудники на работе приносят на ланч. Сейчас осталось порезать только авокадо, все остальное готово. Будем собирать наш сэндвич, вернее, три сэндвича. Так как первый сэндвич мы делаем с горчицей, это дижонская горчица, я ничего не добавляла абсолютно. Вот так вот на первый слой, на дно. Сейчас размажем. Так, горчица, вы видите. Потом я положу первое, это сыр. Сыр у меня швейцарский, можно провалон, можно вообще вот любой сыр, даже не запаривайтесь на эту тему. Потом красный лук, сверху помидор. Помидор мне надо чуть-чуть посолить. И сверху добавить, это у меня чили перец, такой остренький, но я прям вот чуть-чуть. Так, еще что я положу, это вот кинзу, петрушка. Прям щедро, знаете, в сэндвичик вот зелень, это прям вот круто, очень хорошо. Вот теперь я положу два слайсика, два кусочка, это именно индюшка, и сверху две пластиночки бекона. У меня есть маленькие листики, это зеленые салатные листья, такие два салатных листа, ну, еще чуть-чуть красного лука, и последний у меня будет авокадо. И накрываем. Если у вас распадается сэндвич, и вы хотите, чтобы он был красивый, вы можете воткнуть в него палочку. Значит, у нас сэндвич один готов. Видите, какой красивый. Сейчас мы приступим ко второму сэндвичу, и он у нас будет немножко отличаться. Он не вегетарианский, не веганский, тоже с мясом, с индюшкой и с беконом, но у нас не будет сыра и не будет зеленых листьев, будет арагула со щавелем. Но на самом деле щавеля я не видела в Америке, живу больше 20 лет ни разу. Если вы знаете, где здесь продается щавель, если он вообще продается, пишите в комментариях, я с удовольствием сварю зеленый борщ. Значит, да, у нас будет шпинат и арагула. А также будет красный лук, помидоры, булочки другие. Булочки, это называется как skinny sandwich, такие булочки похудательные. И они всего 150 калорий, вот эти две.
из multigrain, я не знаю, как по-русски сказать, муки. То есть как бы мука грубого помола с большим количеством разных семян. Я положила их обжарить немножко, разогреть буквально на сковороде, потому что у нас осталось масло от жира, вернее, от бекона, что мы жарили. И очень вкусно, знаете, получается. Я, если бы была дома, опять же, бы засунула в тостер, но так как мы на природе, пусть обжариваются немножко на остатках бекона. У нас будет, значит, здесь яйцо и тоже индюшка будет. Если первый сэндвич мы готовили с горчицей дижонской, этот сэндвич мы будем готовить с подливкой на основе соуса ranch. Но я еще добавлю туда пудры чесночной, вот немножко, потом базилика засушенного и паприки. Я это помешаю, все, и намажу нижний слой. Здесь вот такой розоватый получается от паприки. Слушайте, осам нравится все тут в лесу. Это просто такое чувство, что я готовлю сэндвичи для них, для насекомых. Ребят, если ranch соус звучит незнакомо для вас, вы можете взять обычный майонез и добавить туда чеснока, базилика, капнуть лимона, все что угодно. Но на основе майонеза будет замечательно. В Америке майонез в сэндвичах тоже используется очень хорошо. Вот теперь мы положим индюшку, по две пластинки индюшки. Намазала соусом, положила вот сверху буквально по две пластинки индюшки копченой. Но вы можете взять все, что угодно. А потом мы положим бекон, вот яйца, помидоры, красный лук тоже. У вас есть белый, кладите белый, но поменьше, что он острый. Теперь у нас здесь шпинат и арагула. Можно так примять немножко. Вы видите, сколько вот в каждом сэндвиче я кладу зелени много, трав, приправ, вот листьев салатных, овощей. Ну и, конечно же, сейчас главный ингредиент этого сэндвича – это авокадо. Ради чего, скажем так, все это и затевалось. Также так, булочку сверху. И сэндвич готов. Если хотите, как и первый сэндвич, мы можем так красиво палочкой проткнуть, чтобы держалось все подольше, не вываливалось. И использовать для канапе, бутербродиков, сэндвичей специально такие палочки. Все, мы закончили второй вид сэндвича. Он менее калорийный, чем первый. Наслаждайтесь, готовьте. Детям очень нравятся сэндвичи. Особенно, если вы облегчите, так сказать, мучную составляющую и добавите как можно больше овощей. Третий сэндвич у нас будет веганский, как я обещала. Веганский, кому как нравится. И он будет у нас тоже с горчицей. Шаренч я не могу использовать, unless я бы купила что-то, какой-то специальный веганский майонез, соус. И у нас будет тофу. Тофу – это и сои продукт. Я знаю, у меня друзья веганы, они часто едят тофу и все время что-то придумывают, разные блюда с тофу. Еще интересно в этом блюде, если кто-то хочет похудеть, например, я должна есть этот сэндвич очень часто. И, может быть, я его и к себе и возьму в меню, кстати. Он у нас будет без хлеба вообще, а будут салатные листья. То есть такой, ну, совсем будет худой сэндвич. Толстым слоем порежу тофу. Тофу у меня, ой, как по маслу. Тофу у меня экстра ферм, такая очень как экстра твердая. И еще я возьму грибы. Грибы обычные, шампиньоны. И вот их обжарю на сковородке чуть-чуть. И будем просто уже собирать сэндвичи очень просто. Точно так же овощи, точно так же помидоры, авокадо наше любимое. Сегодня у нас все, весь день посвящен авокадо. В этот сэндвич мы добавим очень много овощей, также арагулу со шпинатом, красным луком, у меня зелень здесь, кинза и петрушка. Единственное, что нам нужно будет грибы, чтобы добавить немного вкусу к тофу и грибам, что тофу, она такая довольно пресная. Я вот ее посолю вместе с грибами, прям, знаете. Если у вас есть свежий чеснок, добавляйте свежий. Мы вот в поездку на природу взяли пудру чесночную. Еще добавлю базилика и паприки. И тогда тофу у нас заиграет совсем другими красками. В
Для жарки я налила чуть-чуть масла авокадо. Вы можете налить абсолютно любое масло, какое есть у вас дома растительное. Так как у нас сэндвич веганский, я старалась придерживаться всех правил и не использовать животных жиров. Тофу готово. Вы видите, как она и подрумянилась, и здесь паприка дала цвет. Уже готово. Будем собирать. Листья салата у меня довольно маленькие, вы видите сегодня, ну какие есть. Если у вас дома есть покрупнее, они даже лучше, они больше веса выдержат, как говорится, можете туда очень много овощей положить разных. Будем собирать, значит, я на дно кладу два листика, вот так, один на другой. И вот так сделаю, один на другой. Тофу на дно, смотрите, как красиво будет. У нас тофу обжаренное, со специями. Так, сверху грибы. Красный лук, теперь помидорку, авокадо, наше любимое, чему посвящен сегодня целый выпуск. Авокадо, если вы хотите, можете тоже посолить, но я и не стала, потому что добавила специи в тофу. Можно чуть-чуть зелени, здесь у меня арагула со шпинатом, еще и кинза с петрушкой, буквально для вкуса. И вот так накрываем листиком. Поверьте, кажется, такой смешной сэндвич, без булки, без ничего, такого твердого. И тоже так проткнем. Но на самом деле он очень вкусный. Если одним сэндвичем не наедитесь, можно сделать 2-3. Но зато он веганский и без глютена. Я прощаюсь с вами из этого замечательного места, Паламар Стейт Парк. Вы видели сегодня со мной, если вы остались до конца. Мы готовили сэндвичи королем. В сегодняшней передаче было замечательное авокадо. Ставьте свои лайки, давайте советы. Спасибо, что были со мной. До скорой встречи!